Друзья, всем приветик. Вот, на повестке дня козий переполох. Вот у нас сегодня тема, почему козий переполох. Друзья, не гуляла 2 недели. Так что досмотрите видео до конца. Всем приятного просмотра. Итак, не гуляла 2 недели. 2 недели не гуляла. Видео есть на канале. Нас завалило снегом. Ну, а дальше у нас пошли дожди. Снежные осадки хорошенечко поубавились. Снежка почти не было. Дождем все пролило. Ну и вот со вчерашнего дня потихонечку снежок. Ветер, надо против ветра встать. Снежок у нас пошел. Присыпал асфальт, честно сказать, уже до асфальта все растаяло. Ну, погода так, минус 4 сегодня. Не очень холодно. Так, на меня не прыгать. Ну, мы особо по этому поводу не расстраиваемся. Вот она, красотка. Майя, не ходи за мной. Мы по этому поводу особо не расстраиваемся, потому что, ну, как бы по годам ей, конечно, еще маловато. Ой, по годам, по месяцам ей еще, конечно, маловато. Она у нас... Верба ее окатила 2 мая, поэтому время еще есть. Вот я же в своем репертуаре. Обязательно, когда выходим погулять, надо всех понюхать, всех проверить. Майя, не ходи за мной. Майя, не ходи за мной. Вот, позыкайте, позыкайте. Ну, потом он успокаивается. Иди сюда. Что ты там забыл? Есть-то сейчас нечего особенно, как говорится, ножки немножечко размять. Хотя у них станки, ну, не маленькие, приличные. Места им там хватает. Верба у нас так и сидит пока одна. Станок у нее королевишна. Станок у нее свой. И плюс станок для дойки. Кстати, по поводу... А Яш, Яша, ты далеко пошел? По поводу... дойки. Где-то мы, когда начались у нас вплотную, козами мы занялись, начали смотреть по консистенции молока. Значит, у нубийца самое сладкое молоко считается, потом альпийки, заанинская порода, ну, многие другие чешские. Но по поводу, очень рано бросают они доиться, друзья. Да, Машу с Дашей мы еще доим. Я даю, а Вербу все, 15 декабря я уже бросила, хотя у нее окот еще не скоро. Вот, молочко вкусное, но вот доить уже было нечего. Так что по поводу вот нубийцы. Но она у нас не чистокровная считается, у нее получается 50 на 50, хоть она и похожа больше на Яшку. Как-то так у нас с ней в этом году вышло. Она первокотка у нас, молочка у нас уже от нее нету. Теперь до окота. Вот я же понюхаю ее. Что по поводу случки, друзья? После случки Маша, Даша, Верба проверяем мы от 14 до 21 дня у них случка может быть. Яшка, Яшка, что ты делаешь? Ой, ты, батюшки, не гуляет она уже. Вот, поэтому, конечно же, как бы и случаются они не раз. Вот вечером, допустим, мы случили, утром мы проверяем обязательно, в обед. Вот. Ну, то есть, пару-тройку дней мы их еще проверяем. И потом уже, после того, как они перестали, я ж не трогаю ее. После того, как они перестали, то есть уже покрылись, не покрылись, как бы неизвестно. Мы проверяем их от 14 до 21 дня. Копыта подрезали. Копыта сейчас у них очень медленно растут. До года мы подрезали часто. Сейчас вот 2 раза в год подрезаем. Получается осенью. Весной мы подрезали. Девчонки, куда вы бежали? И весной. Осенью у нас есть видео на канале. Шоп снимали. Особо не стали снимать, потому что до этого видео было. Поэтому Яш, сняли шопс. Так, что по поводу кормления. Кстати, Яша у меня
сейчас не на зерне, и не на зерне он буквально с того момента, как у нас пошла тыква, это где-то с начала сентября. Потому что когда пошел момент, кстати, тоже есть. Я тебе сейчас, вот она, хворостина. Момент случается, друзья. Яша наш очень сильно, наверное, камера не передает. Чуток ожирел. А тыква, зерна, и тут пришлось нам... Яша, это дело прекратить. До сих пор не даю ему зерна. Девчонок кормлю 2 раза в день. Кстати, закончилась соль. Вот никак, сколько попадаю на базар, все забываю про соль. Соль закончилась. Соль у хозяйства должна быть обязательно. И поросят, и у коров у нас, и у лошадей. То есть соль постоянно, она не выводится. Ну вот, на данный момент закончилась. Кстати, соль тоже. Маюшечка, иди сюда, ты потерялась. Иди, моя девочка, вот она я. Соль сейчас, кстати, тоже в ассортименте. Если раньше была просто каменная, сейчас какой угодно вашей душе. И с витаминами, и против глистов, и простая, и, в общем, ассортимент соли очень большой. Ну, вот на данный момент соли у нас нету. Поеду, надо будет опять не забыть, то забуду, как всегда. По поводу доения, бросания доения, друзья, не сразу. Все не должно быть критичным. То есть сначала я перевожу на одноразовое доение, пару-тройку, даже 2 недели даю коз 1 раз в день. То есть резко делать ничего нельзя. И затем уже совсем бросаю. Буквально через 3-2 недели. Ну, все зависит от литража молока. Там, как вижу, что уже... Ну, то есть до последнего. Ну, не резко. Сначала 1 раз в день перевожу. Так же, как и корову. Ну, а потом совсем бросаем. Сейчас они у нас сидят на тыкве, на ячменьке, на овсе. Яша, иди сюда, Яша, что ты тогда смотришь? Вот. Молодняк тоже сидит. Да, Майя? Грядки. На зернице. Свекла у нас расход в день 20-литровое пластмассовое ведро. Ну, то есть это и с поросятами. Вообще, хочу сказать, в этом году мы без птицы решили с Сергеем отдохнуть. Мы всю свою сознательную жизнь очень большое поголовье скотины всегда держали. То есть у нас и овцы, и не знаю, чего у нас только не было всегда. Ну, вот в этом году мы вообще решили от всей птицы отказаться. А у нас, как назло, еще и своя птица повывела цыплят, а из них ни одного молодого петушка. То есть даже на следующий год поменять не с чем. Обычно я больше года петухов старых не держу. Вот происходит у нас такой подмена, обмен этих рубим, молодых оставляем. То есть в этом году одни курочки у нас повылились. Ну и плюсом мы ничего вообще, ни гусей, ни уток, ни цыплят, никаких, ни курей, вообще ничего мы не покупали. Ну, курей мы никогда не покупаем, цыплят всегда выращиваем. Тут посмотри, у меня палку съел. Куда ты ее дел? Я тебе сейчас устрою. Я тебе сейчас палку съел. Ну, как хорош. Вот. Но я хочу, к чему я это все рассказываю. Правда, скучновато. Спасает еще, слава богу, свининка. Свининку тоже никуда, ничего. Мы все как бы себе, до вплоть до копыт и рогов, как говорится. Все в заморозку. И сало, и потрошка, и, в общем, все, что есть. Печенка, почки, легкие. В общем, все, что можно. Время сейчас тяжелое. Купить не у каждого есть возможность. Поэтому мы... Так, глянь, прыгает на меня и все. Все оставляем для себя. Поэтому как-то так. Очень в этом году скучно. Люблю и утятину, и гусятину мы любим. Вот и птицу начнешь рубить вообще. Столько всего в заморозку. И та же печеночка утиная, гусиная, и желудки, в общем, ну, все потрошка, все у меня всегда чистится, замораживается. То есть в этом году нам скучновато. Ну ладно, как говорится, отдохнули, на будущий год будет видно. Сейчас еще огромная проблема с зерном, это нас спасают паи, поэтому мы еще как бы выкарабкиваемся. А купить сейчас это все очень-очень сложно. Так что, друзья, как-то так, немножечко... Прогулялись, освежились. Да, понюхай давай ее. Толку ты, что ты ее нюхаешь. Майя, не прячься за мной. В общем,
Такие у нас делишки. 2 недели я с ними не выходила. После обильного снегопада болел весь организм, чистки снега. Поэтому, ну а потом следом, уже повторяюсь, пошли дожди, и тоже как бы не очень хотелось. Так что, друзья, готовимся к Новому году. Вот, потихонечку, маленечку запасаемся. Будем печь, будем готовить. Вы, в свою очередь, не забывайте подписываться на наш канал. Майя, я тебе никак вот не могу снять. Дочка моя, да? Ставьте палец кверху. Ну что, пошли домой. Всем пока-пока. Маша уже домой. До новых встреч, друзья.